МВД ДНР официально опровергает очередную порцию лжи от украинских СМИ, которые накануне распространили дезинформацию о конфликте между полицией и военным корпусом республики. Украинские СМИ в очередной раз распространили информацию, не соответствующую действительности. На этот раз издание «Сегодня» со ссылкой на спикера администрации президента по вопросам так называемой антитеррористической операции в Донбассе, полковника Андрея Лысенко, сообщило, что по данным Главного разведуправления Минобороны Украины, в Горловке зафиксирован конфликт между полицией ДНР и армейским корпусом. Министерство внутренних дел ДНР официально заявляет, что на территории республики не зафиксировано боестолкновение с участием сотрудников органов внутренних дел. Распространение заведомо ложной информации о работе МВД республики стало нормой для украинских СМИ. Участие в этой схеме чиновников военной разведки Украины говорит о том, что дезинформация мирного населения выходит на новый уровень. При отсутствии результатов работы так называемой разведки их приходится просто выдумывать.